Сегодня в программе. Да, у нас разница в возрасте. Но почему, если девушка выходит замуж за мужчину обеспеченного, который старше ее, это значит, что она гонится за его деньгами? Пожилой профессор Захаров, прожив 8 месяцев в браке с красавицей Светланой, пришел к выводу, что его молодая жена пытается поскорее стать богатой независимой вдовой. Светлана убита горем от решения мужа развестись с ней и уверяет, что стала жертвой самого настоящего заговора против нее. Она мне говорит: я вообще тебя, извините, секса лишу из-за того, что у тебя малик. А что, не было такого? Так и сказала, еще и смеялась. Не подзорился хотя бы. Да, говорит, извините, какая зарплата, такой у тебя будет и секс. Ну это что, по-человечески? Светлана и Михаил Лапины живут в поселке. Она мастер маникюра, он сборщик мебели на фабрике. Светлана, устав от безденежья, понуждала мужа искать заработки. Михаил долго терпел попреки жены, но в конце концов подал на развод. Он нашел женщину, которая, по его словам, видит в нем мужчину. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Захарова Михаила Ивановича к Захаровой Светлане Петровне о расторжении брака. Ответчик: Захарова с исковыми требованиями не согласна. В зарегистрированном браке 8 месяцев, общих детей нет и спора об имуществе также не имеется. Михаил Иванович, вы заключили брак всего 8 месяцев назад и сейчас уже вы в суде. Что произошло-то за эти 8 месяцев? Ну, Ваша честь, я подал заявление на развод, потому что понял, что меня просто элементарно не любят. Вот, и, знаете, ей просто нужна не моя любовь, она меня не любит. Ей нужна моя квартира, мои деньги, мое положение. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы познакомились? Как решили вступить в брак? Вы знаете, я довольно немолодой человек. Не так давно похоронил жену. Вы знаете, мне казалось, что я больше никогда не смогу полюбить и вообще кем-то увлечься. Действительно, потому что мне так казалось действительно, я искренне в это верил. Я вообще-то ученый, профессор, занимаюсь наукой. И вот однажды со здоровьем что-то мне стало плохо, и мне от Академии наук дали путевку в подмосковный санаторий. Я приехал. И вдруг я увидел ее. Красивую, отзывчивую, добрую. Но это тоже не самое главное. Понимаете, я почувствовал взамен, что ее отношение тоже ко мне какое-то было и такое достаточно нежное и доверительное. Вот, вы знаете, мы с ней говорили на разные темы. Все было замечательно, хорошо, прекрасно. Вот, мне было на самом деле интересно. Однажды я пригласил ее на прогулку, она согласилась. Это было, ну, знаете, я не могу даже передать словами. Это мое состояние. Это что-то было неописуемое. Все хорошее заканчивается рано или поздно. Я уехал в Москву. Я приехал, да? И вдруг я почувствовал, что что-то, чего-то мне не хватает. Вот не хватает того, что было вот совсем недавно, да? Я бросил все, приехал в этот санаторий, сделал предложение. Но, знаете, к сожалению, все не так просто в этой жизни. Вскоре я понял, что ей действительно не я нужен, а моя большая квартира, деньги, ну и... Видимо... Миша, это все неправда. Ну неправда. Так... Правда лишь в том, что я люблю тебя искренне, по-настоящему люблю. Да, у нас разница в возрасте. Но почему, если девушка выходит замуж за мужчину обеспеченного, который старше ее, это значит, что она гонится за его деньгами? Почему я не могу оценить тебя по достоинству? Ты такой умный, интересный. Я себя чувствовала с тобой, как за каменной стеной. Я думала, мы ребеночка родим. Ваша честь, я, ну не я, скажем так, сын, зашел на ее страницу в одной из соцсетей, да? На какую страницу? И вот, вы знаете, вот здесь переписка эта. Я вам могу сейчас рассказать. Ну, расскажите. Да, вот она, понимаете, пишет своей подруге Кире. Она пишет ей. Говорит: Кира, ты знаешь, к нам в санаторий приехал один старенький козлик. Я козлик. Вот, и он за мной ухаживает. А потом через 2 дня еще и пишет такую вещь. Ты знаешь, ну не просто старый козлик, а у этого старого козлика есть еще большая квартира в Москве и денег куча.
Понимаете, вот это все... Ну, можете понять, да, мое положение? Что пишет Кира? Говорит, слушай, ты не бросай этого козлика, он еще может пригодиться. А вы знаете, как они потом насмехались над тем, что я ей сделал очень быстро, якобы сделал ей предложение? Как? Ну, они говорят, слушай, ты выходи замуж, а потом будешь в 9 часов укладывать своего козлика в постельку, а мы с тобой по злачным местам будем разъезжать. И там ты, наконец, встретишь нормального мужика. Ну, она имела в виду, что бросай ты свой санаторий, бросай эту глушь. Это все было ради приезжай смеха. В Москву. Это все ерунда. Ну, просто поприкалывались. Ну, развеселила я подругу, но это ничего не значит. Нельзя прикалываться над чувствами Светлана людей. Петровна, как вы можете так неуважительно говорить о чувствах человека, тем более взрослого человека? Ну, он же, в конце концов, не 12-летний мальчик, чтобы так похихикать. И получается, что вы вступали в брак, не испытывая и чувств должных, и должного уважения к своему супругу. Это все было до брака. Все, что я бы не писала, это было до брака. После того, как мы поженились, я поняла, как я искренне, по-настоящему люблю своего мужа. Ну, узнал-то я во время брака. Ну, вы понимаете меня, да? Ну, я понимаю, когда я это прочитал, что я должен был подумать? Неприятно. Пусть сюда выйдет свидетель. Я позвала свою подругу Киру. Пусть это она... вот с которой вот это была переписка. Да, переписка. Пусть она расскажет, каковы мои Давайте сейчас ее спросим. Мне даже интересно, Волкова, что же Волкова Кира явилась. Мы ее приглашаем со стороны ответчика. Кира Волкова, вы? Пойдемте. Ну что она может сказать? Она тебе расскажет. Я все прочитал. Я все читал уже. Это все ну, про какую любовь? Про какую любовь ты... Кира Николаевна, здравствуйте. Вы Светланина подруга. Как так получилось? Конечно, это уже сколько там, 10, 11, 12 месяцев назад, год назад. У вас была переписка с подругой, где она вам писала о том, что за ней ухаживает мужчина, хихи-ха-ха, давай, и вы ей отвечаете, давай, выходи за него замуж, мы его будем... игнорировать, а сами будем веселиться. Да, 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 да. Нет, ваша честь, все на самом деле не так, как Миша думает. Это все не так. Может, подождите, может, Свете и было вначале выгодно с ним общаться. Все-таки, ну, кто не хочет выбраться из этого задрипанного санатория? Такая переписка была? Да, была, но это было ради шутки. Ну вот посмотрите сами, кто не хочет выбраться из этого задрипанного санатория, из этой провинции? Вот, мы с ней пожалуйста. Познакомились в соцсети. Она даже не понимает, что говорит. Мы с ней познакомились в соцсети. Мы начали общаться, мы хотели чаще видеться. Когда Света вышла за него замуж, мы стали чаще видеться. Но ничего такого не было, мы просто с друзьями гуляли, танцевали. Светка никому не изменяла, она порядочная девушка. Ну да. Она все ради него хорошо. Делает. Хорошо. То есть сначала она не так серьезно к нему относилась, хихикала с вами, а потом сама, уже она когда ближе к браку, него, влюбилась в него и, вступая в брак, имела уже серьезные намерения создать с этим человеком семью. Он стал для нее важен. Она постоянно ездила, выбирала ему подарки. Она готовить даже научилась именно как ему нравится. Постоянно все для тебя делает. Вот я ее однажды в гости жду, она говорит, я не приду. Я спрашиваю, что такое случилось? Она сказала, у Мишеньки температура 37,4. Ради тебя она осталась дома и поила тебя чаем с малиной. Она все для него делает. Абсолютно все для него делает. Да. А знаешь, что мне нужно? Как минимум остаться в живых, понимаешь? Как минимум в живых остаться. Вообще мне об этом неудобно говорить. Я хочу, чтобы сюда пригласили моего сына, Андрея Захарова. Захаров давно уже ожидает. Давайте его выслушаем. Андрей Захаров, вы пройдем со мной. Сюда. Вот сюда проходим. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Вы сын Михаила Ивановича, да? Андрей Михайлович, скажите, что вам известно о сложной ситуации в семье вашего отца? Он когда женился на Светлане, совершил громадную, на его взгляд, ошибку. Но я не такой наивный, как папа, ему все-таки в возрасте уже. Я сразу понял, что у нас Светочка хищница. Она же как только вот нам домой пришла, она сразу начала осматривать все. Картины увидела, интерьер. Картины. И знаете, начала уже наверняка прикидывать, как она это все будет продавать. Да что ты несешь? После его смерти. Да-да-да. А, кстати, когда отца не было дома сразу же после свадьбы, она залезла в мамины вещи и начала на себя надевать все ее украшения. Но я увидел, сказал, что она сняла с себя немедленно. Да когда еще хамить начала, сказала, что типа кто-то такой, чтобы мне это
говорить. Что здесь такого? Это очень правильное замечание. Ты, конечно, молодец, но это, Андрей, не прокатит. Я вышла замуж за твоего отца, я стала его законной женой и хозяйкой в его доме, не в твоем. Так я там тоже что живу. В его доме. Это и мой дом. Я тоже. Что, не имею права трогать вещи? Может, мне нельзя на них смотреть? Мне, конечно, твоя, Андрей, ревность понятна. Ты ведь себя считал всегда наследником единственным, так пока не появилась я. Конечно. Теперь, конечно, если появятся дети, наше общее с Мишей, надо будет делить наследство. А тебе вообще не нравится такая перспектива? Я сразу же почувствовал неладное, как только она появилась у нас в доме. Еще смекнул то, что она ведь у нас медсестра. И что? По-любому знает множество способов, как можно человеку жизнь подкоротить. Ты что, с ума сошел? Знаете, вот что мы нашли в ее вещах на дне комода. Кстати, вот это вещество было обнаружено в ее чае. Вот, кстати. Я это первый раз вижу. Я не знаю, что это. Какой чай? Ну, заключение экспертизы бы посмотреть, что это вещество действительно содержалось. На экспертизу мы это вещество сдавали, да. Дело в том, что я, когда на кухню заходил, она там этот чаек заваривала. И как только зашел, что-то дернулось, в карман убралась. Что я дернулась? Что ты выдумываешь? Ну, я понял, что дело нечисто. Взял этот чаек, слил себе в баночку частично и на следующий день отнес на экспертизу. И вот экспертиза, собственно говоря, показала, что в данном чае находилось данное вещество. Что хорошо, но если этот препарат принимает она сама, или этот препарат у вас оказался дома случайно, остался от кого-то, кто-то забыл, но надо же сначала понять, каким образом он туда попал, прежде чем обвинять Светлану Петровну. Я ничего не понимаю, я первый раз это вижу, я не знаю, что это. Она же знала, что мне это противопоказано. Нельзя мне было этого давать. Само собой знала. То есть получается, что она просто элементарно хотела меня отравить. Вы понимаете? О чем Миша, да что за бред? Что вы за бред несете? Ты понимаешь, что это твой сын все организовал, все подстроил, наговорил на меня. Ну ты просто, Миша, сам подумай. Еще скажи, что подбросился. Он человек, который ни о чем не думает, таком стал обращать внимание на твое давление. Ему это интересно было. И здесь решил на экспертизу отдать чай. А почему не кашу? Почему не суп? Потому что ты чай подмешивал травки свои. Ты сам это все подмешал, и ты знал, что экспертиза даст именно эти показания. Ну, само собой. Миша, поверь, я тебя умоляю, я в жизни бы такого не сделала. Миша, Светлана ты Петровна, что? Давайте поразмыслим вместе. Какие основания у вас предполагать, что сын желал вас так подставить? Вы знаете, Андрей всегда жил за счет отца. Свою зарплату он прогуливал в ночных кабаках, а у отца потом занимал денег. Брал ты кредиты, что, отец за все платил, за все его кредиты. А ты что, переживаешь, что я в кормушке когда был? Когда мы поженились с Мишей, Миша был согласен со мной, что тебе надо набраться уже самостоятельности всего какой-то, нам. Ограничивать свой бюджет. Ты взрослый парень, а ты живешь за счет отца. Тебе не стыдно? А если ты захочешь свою семью создать, ты снова будешь сидеть на шее как у отца? Ваша честь, я хочу пригласить свидетеля. Это Ирина, девушка, которая встречалась когда-то с Андреем. И она все расскажет, как вообще все обстоит, нашла, потому что она позвали. В курсе его дела. И она расскажет, что этот цирк он устроил, чтобы нас развести с его отцом. Ранее ходатайствовали о вызове Гущиной Ирины Викторовны. Она явилась в суд, пусть проходит в зал. Что за бред? Она что была... за бред вы несете? Послушай, что она расскажет. Вы головой хотя бы думаете, что вы говорите вообще? Ирина Гущина, вы пройдемте со мной. Много раз думали, молодцы. Проходим. Ну, слушалась. Вот пусть она расскажет. Еще друзей детства своих приведешь, пойдем тут что-нибудь. Приведу. Ирина Викторовна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы с кем-то вот еще знакомы? Да, я знакома. Я знаю Свету, и Михаила Ивановича тоже знаю. Ну и я вот встречалась с его сыном Андреем, но с ним мы расстались, потому что он мерзавцем оказался. А со Светой мы продолжили Светлана, общаться, переписывались, созванивались, ну как бы сохранили отношения. И когда я узнала, что Андрей Светке такую подлость сделал, я пришла и решила рассказать всю правду, все как было. А вы знаете, когда Михаил Иванович и Света поженились, у них в доме все стало по-другому. Вообще они очень хорошо жили. Он ее очень любил. Она ему так предана была, заботилась о нем. Заботилась. Все дело. Ну, вы понимаете, сейчас вот они обвиняют, что ради наследства Светлана Петровна чего-то подсыпала Михаилу, чтобы его отравить. Известно, что это все вранье. Это Андрей Светку подставил. Да ладно. Прохладно. Рассказывайте. А вы знаете, когда Света
появилась, Андрей, он ее прям возненавидел. Какими только словами он ее не называл. При одном ее виде скрипел зубами. Он все боялся, что все те деньги, которые папочка должен был ему оставить, он спустит на свою молодуху. А я ему говорила: Андрюша, успокойся. Они семья, пусть живут спокойно. Она ему ребеночка родит, а может и двух. А он все никак угомониться не мог. А как-то, знаете, приходит ко мне и начал спрашивать меня про лекарства. Какие лекарства? Это вообще здесь при чем? Притом. Другая совершенно история. А что вы знаете о лекарствах? Вы знаете, я фармацевт по образованию. О, да вы специалист. Да, и я работаю в аптеке. И так как мы с ним встречались, как бы он как-то приходил ко мне и расспрашивал меня. Мне это как-то странным показалось. Говорил, мол, друг у меня есть, гипотонией страдает. Работает допоздна, по врачам ходить некогда, измотался. Посоветую, говорит ему, что-нибудь. При пониженном давлении, чтобы ему выпить. Да, чтобы ему выпить. Что повышает быстро давление. Да, да. А я говорю, я в таких ситуациях, ну, как нормальный человек, я советую сходить к врачу. А он начал нудить. Ну да нет, ну да как к врачу? Ну так ты скажешь, что ты ничего в этих таблетках не понимаешь. Ну, в общем, вынудил он из меня название одного препарата, который давление повышает. Я ему сказала, но предупредила, что давление перед приемом препарата надо измерять. Если оно высокое, ни в коем случае нельзя препарат применять. Ты эти таблетки имеешь в виду, да? Про них говоришь? Да какие таблетки? Господи, да, что они несут да. здесь? Они самые. Вот, я могу они показать. В аптеке без рецепта отпускаются. Он тогда их название записал. Я даже тогда как-то подумала, с чего бы это нашему Андрюше своих друзей лечить. Знаете, я нахожусь в таком шоке и вообще не могу поверить, что вот это все мог сделать мой сын. Я же его воспитал, никому понимаете? Ты, мать, веришь? Зим? Помолчи, я прошу тебя, помолчи. Я тебя Света воспитал. Говорит правду. Ну, действительно, такое чудовищное коварство внутри семьи, ценой здоровья собственного отца, пытаться избавиться от его очень хорошей, доброй и заботливой жены. Да, послушай, послушай, сын, ты должен просто покинуть мой дом. Забирай свои вещи и уходи от меня, потому что... И про наследство забудь. Я найду людей, кому они наследство более будет. Вон стоит уже, ждет наследство. Михаил Иванович, ну вот сейчас вы можете отказаться от своих исковых требований со Светланой Петровной, нормально идти домой. Ну как-то дома уже вот это все будете обсуждать. Да, Ваша честь, вы правы, Свет. Не я прошу тянуть тебя. Же процесс бесконечно. Я прошу тебя, прости меня, пожалуйста. Ведь ты знаешь, я тебя любил, люблю и, скорее всего, буду любить. Миша. Я прошу тебя, давай, пусть все будет по-прежнему. Пойдем, наверное, домой. Миша, ты прав, ты во всем прав. Я тебя так люблю, Миш. Пойдем домой, Миша. А вот мне на эти слова говорила как-то более правдоподобно. Ну, когда мы в твое папа отсутствие. Замолчи, с ней... тебе никто не поверит. В твоей кровати развлекались. Вали отсюда, ты не слышал, что тебе отец сказал? Как она страдала, как она плакалась, что ей, ну, просто уже тошнит от твоих стариковских прелестей. Бессовестный, что ты такое хватает, говоришь? Знаешь, нормального молодого мужика. Это все неправда. Замолчи, я тебя прошу, наконец. Да замолчи. Что, у меня доказуха есть. Так, как... простите, пожалуйста, Андрей Михайлович, вы уже достаточно вводили тут суд в заблуждение и чуть своего отца не отправили на тот свет. Простите, но к вашим показаниям суд уже относится с недоверием. А у меня есть чем доказать, уважаемый суд. Что вы хотите доказать? Я записал наше с тобой свет развлечения на телефон. Ну, ты, простите, конечно, пожалуйста, суд этого не услышал. Вы говорите о том, что у вас... На какие телефоне имеется видеозапись, на которой мы со Светланой занимаемся, ну, веселым времяпроведением в кровати, где, собственно говоря, папа с ней обычно и спал. Ты что несешь? А что я несу? На, пап, посмотри. Я тебе думал это видео сразу показать. Но понимал, что да мне что тоже попадет, понимаешь? Что ты делаешь вообще? Вряд ли тебе понравилось бы, что твой сын с твоей женой, ну, время вместе проводит. Так... Ты погляди, теперь мне терять нечего. Так это ты, выходит, мне с ней изменял? Добро пожаловать. Ирина Викторовна, а что вы знаете по поводу измены? Как давно Андрей Михайлович, как вы предполагаете, изменял или состоял вот в интимных отношениях с женой своего отца? Андрей Михайлович изменял мне.
Я это почувствовала. Я стала с ним разговаривать, а он взбесился, разорался, стал меня оскорблять и даже ударил по лицу. Да ты что? Ну и как бы мы расстались. А Света, как подруга моя, я звонила ей, всю свою боль ей выплакивала. Она меня слушала. Нашла кому? Ваша честь, я просто в таком шоке. Я как бы, я просто не знала, что это она, понимаете? Я просто в шоке. И как бы вот... Как ты могла вот слушать красота. Вот все, что я тебе говорила? Ты же знала, что я люблю его. Я не могу в это поверить. Я вообще просто в экстазе. Послушайте, кому верить? Я вообще не понимаю. Я только... Свет, я же только что тебе поверил. Вот только что я тебе поверил. А ты изменила мне, оказывается. И с кем? Еще с одним близким человеком. Вообще, как это? Я же тебя воспитывал. Я же тебя кормил, поил. Ты же мой самый близкий человек на свете. Я завтра завещание напишу, но вас там не будет. Я все деньги передам детскому дому. Я не хочу вас больше видеть, обоих. Дура ты, Светка. Все потеряла ради этого кобеля. Я же тебе предлагала с Юрчиком познакомиться. Ну, встречалась бы раз в неделю, так для здоровья с ним. А ты все потеряла. Пиши пропала, молодец. И с Алексеем. Я свою часть сделки собиралась выполнить честно. Светлана Петровна, простите, а какая была сделка? О чем вы говорите? Когда пожилой мужик берет в жены себе девушку на 30 лет младше, он не может рассчитывать, что она будет угорать от страсти. Вот оно истинное лицо. Он получает молодую красотку, а она обеспеченную жизнь. Но я за Мишей ухаживала и выполняла свою часть честно. Дома был уют, он был всегда накормлен, и я собиралась хранить ему верность. Да, я не смогла, лоханулась. Но это несправедливо, что он теперь меня бросает. И вообще, это во всем поганый сын его виноват. Это он меня сбил с толку и все погубил. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она мне говорит, я вообще тебя, извините, секса лишу из-за того, что у тебя маленький... А что, не было такого? Так и сказала, еще и смеялась. Не подзорился хотя бы. Да, говорит, извините, какая зарплата, такой у тебя будет и секс. Ну это что, по-человечески? Светлана и Михаил Лапины живут в поселке. Она мастер маникюра, он сборщик мебели на фабрике. Светлана, устав от безденежья, понуждала мужа искать заработки. Михаил долго терпел попреки жены, но в конце концов подал на развод. Он нашел женщину, которая, по его словам, видит в нем мужчину. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд вынес решение. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать! Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Лапина Михаила Ивановича к Лапиной Светлане Юрьевне о расторжении брака. Ответчик Лапина Светлана Юрьевна на расторжение брака не согласна. Выдвигает встречный иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в размере 25% от заработка супруга. В зарегистрированном браке прожили 11 лет, у вас дочь Диана, ей 10 лет, и по обоюдному согласию сторон она остается жить с матерью. Михаил Иванович, пожалуйста, сообщите суду причину развода.
Ваша честь. Сообщи. Да я сообщу. Ваша честь, мне просто надоело так жить. У нас раньше со Светкой вообще все нормально было. А потом она вдруг как, ну извините, так с катушек слетела. Все, ей денег мало. Говорит, иди зарабатывай. Мы начали ругаться, ссориться. И, в общем, я решил подать на развод с тем учетом, что дочка останется с ней, а я, естественно, буду выплачивать эти алименты. Подождите, ну что, желание вашей супруги, чтобы вы зарабатывали достаточно, это основание для расторжения брака? Ну, я достаточно зарабатывал. Я зарабатывал 20 тысяч в месяц. Я обычный сборщик на мебельной фабрике. В нашем этом ПГТ, ну, поселок городского типа, там больше и не заработаешь, как ты не крутись. Потом другие мужики, что, всегда заначку от жены делали, да? Я всегда все приносил домой до копейки. Да, прям все. Все до копейки отдавал, конечно. Это дальше. Я не то, чтобы там потом на диване лежал, телевизор смотрел, выпивал бы там с кем за гаражами. Ну, не надо, сейчас я расскажу сначала, а потом и ты будешь говорить. Я все делал по дому. От бабки мне дом достался. Я сделал там ремонт, обои эти поклеил, пол, потолок. Ей все было мало. Говорит, купи стол на кухню. Типа там эта ножка одна шатается. Я взял газетку, в четверо сложил. Нормальный стол стоит, поверьте. Еще бы внуки за ним сидели и обедали, да? Потом начала до чего доходить. Она перестала мне давать деньги, чтобы я обедал в нашей фабричной столовке. Я делал... Да, что, неправда? Я тебе, это ты видела, делал бутерброды, хлеб с маргарином, и пока наши мужики там эти борщи и жаркое наминали, я обедал вот этими бутербродами. И я еще понимаю, если бы у нас денег не было ни на что, да, она себе эти кофты покупает, сапоги, а мне типа хлеб с маргарином, ну это что, нормально? Слышишь, да я же для тебя старалась красивой быть. Да кто еще на селе красивее меня? Слушай, да я есть хочу. Зачем мне твоя эта красота-то, а? Ваша честь, осознала я все. Но разводиться я не хочу. Так, ваша я супруга готова пойти навстречу вам, отказаться от лишней пары сапог да. вам на жаркое. Да, вот пускай она теперь и идет на эту встречу. И я давно ей сказал, что если ей мало денег, пускай она сама зарабатывает, сколько ей устроит. Да, она, между прочим, тоже работает этим, маникюры рисует в салоне в нашем этом, в поселке. Вот. А ей все мало. Я от нее вообще ни копейки дома не видел никогда. Куда она их девала, я честно вам скажу, не знаю. А дальше знаете, к чему дошло? Мы с ней ругались. Она мне говорит, я вообще тебя, извините, секса лишу из-за того, что у тебя маленький... А что, не было такого? Так и сказала, еще и смеялась. Не подзорился хотя бы. Да, говорит, извините, какая зарплата, такой у тебя будет и секс. Ну, это что, по-человечески? И я, в общем, все это подумал, решил больше не терпеть эти всякие издевательства, и я просто взял и нашел себе нормальную, хорошую женщину. И... А, так вот она, причина-то на самом деле, что у вас уже новые отношения, поэтому вы хотите расторгнуть брак? Так причина-то не в этом. У меня новые отношения есть. Мы с Ксюшей уже как полгода строим эти отношения, и нас там с ней все это абсолютно... Подождите, а где вы строите-то эти отношения? Ну, я живу сейчас у Ксюши, и а, у нас Ксюши все в порядке, да. Вы просто поймите меня, я там одет, обут, там у меня все постирано, да. И если что, секс у меня тоже бывает, когда я захочу. Да что вы говорите? Да, и вообще я понял, что мужчина должен быть главой семьи. А не как вот Светка, именно. Она там самая красивая такая принцесса. Поэтому я ей подаю на развод. А она мне почему-то отказывает. Вот, говорит, что теперь я одинока. Но я для себя все решил уже. Светлана Юрьевна, подождите. Ну, если действительно ваш муж с плохой зарплатой, почему бы его не передать другой женщине, которая довольствуется малым? Ваша честь, ну разводите вы нас. Да он туда-сюда, он сейчас вернется. Я знаю его, вы что? Вы же Миша. Не хочу никуда. Вы знаете, вот честно, вот, ну, ушел он, да, и вот, ну, пусто стало как-то, вот, тошно дома, ну, без мужа, одной женщины, ну, как вообще мне жить так, вот, в таких-то условиях, вы что, я ж не смогу так, а он с этой Ксюшей, поверти хвостит и все, вы вообще видели ее? Ей же далеко за 40, ни кожи, ни рожи. Нормально она выглядит, не надо вот эти вот оскорбления. Да я красивая, а одна что? Это вообще разве нормально? А он что? Он тоже неплохо устроился.
купился на то, что она богачка, она же держит несколько точек там на рынке. Ну, да. Конечно, лишь бы не работать. Она же теперь пашет, не он. Он же с работы уволился. Разве это нормально для мужика? Мужик должен работать, а жена быть красивой. Ну хорошо, но у него наоборот. Он красивый, а она работает. Вот так что ж. Послушаю умного человека. Он хочет в этих условиях жить. Что вы ему можете предложить? Ваша честь, осознала я все. Миша, я тебя прошу, вернись. У нас же была прекрасная семья. Ваша честь, прошу, пожалуйста, пригласите... У него друг, Коля Власов, он все подтвердит. У нас всегда была идиллия. Все нормально было. Хорошо. И вот как раз по ходатайству ответчика вам. Давайте выслушаем Власова Николая Петровича. Пожалуйста, приглашайте его в зал. Николай Власов, вы пройдемте со мной. Коля, да Николя, уже ты все. Не хочешь, дальше. Мужиком ты не хочешь быть. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Коля, расскажи, как у нас вообще в семье все. Вот Коля всегда у нас, он знает, как я, Коля, да, как ваш я тебя честь. Нормально... Николай Петрович, вы вместе работаете с Михаилом Ивановичем? Нет, мы друзья, 20 лет дружаны. Ну, что вы считаете, что этот брак надо сохранять? Уверен, стопудово у них брак... Нормальный, отличная семья у них вообще. Они, вот я удивлялся всегда с них. 11 горок у них брака, а такие отношения любовные. Я у них дома постоянно бывал раньше. И вот любят они друг друга. Вот, всегда скажи, на стол и это... Мне вот свою жену-квашню уже смотреть на нее тошно. А у них Светка просто его по плечу вот так чуть погладит, он сразу растает, смотрит на нее с такой любовью. Куда? Какой тает? Что ты тут буровишь-то вообще? Да я в шоке вообще был, когда он к этой Ксении ушел. Ну, Николай Петрович, его теперь устраивают там отношения, вот с Ксенией. Ему там комфортно. Видел я эту Ксению, ваша честь. Про нее да это раз. Ужас, она его ломает. Она с него вообще другого человека сделала, с моего дружана. Слушай. А вот пару месяцев назад я к ним в гости прихожу, так она меня бахилы заставила на ботинки одеть. Вообще. Для стерильности, говорит. Ты заразный, что ли, какой-то. И вот... А Мишка у нее сидит весь ровненький, чистенький такой, и грустный, грустный. Прям что? Смотреть на него тошно. Да я тебя увидел, что ты такой пришел к нам в хорошую нашу семью, вот и грустный. Вот тогда, после того обеда, помнишь, ты меня домой вез на машине, ну? Когда отвозил на машине Ксении? Так он мне 20 раз сказал, говорит, не крутись, сиди ровно. Не дергайся, курить машине не разрешил. Салон, говорит, испачкаешь, вонять будет. Ксения его типа за это убьет. Да что? Слушай, раньше ему пофиг было на такие вещи вообще. Ты ж свою куртку видел, в которую ты туда сел? У тебя вся грязная. Мы, Ксения тогда новые чехлы купила, а она не курит. Этот табак в обивку эту впитается. Тебе что, было сложно выйти и покурить на улицу, что ли? Я теперь из-за этого должен со Светкой, что ли, жить, что ему курить в машине не разрешил? Мишань, ну, дружан, я тебя не узнаю. Не, да ну ты вообще, ты что-то перегиб, у тебя такие... Тебе раньше пофиг вообще было на такие мелочи, Мишань, да ты вот что... Вот ты лезешь, своей семьей разрули, сюда вообще не надо. Я потом тебе еще объясню, Мишань, все это по нормальным вариантам. Хорош, 20 лет мы с тобой знакомы, Мишань. А я с тобой даже пивка сейчас выпить не могу за гаражами. Я никогда Ксения не его, каждый шаг его контролирует. Он с подругой своей выпьет, я думаю, вы нормально там споете. Где он, как, что... Да... Это вот со Светкой у них была отличная семья, все классно. Радостно ходил, веселый. У меня будет сейчас отличная семья. Хорошо, Николай Петрович, Николай Петрович, ваша позиция понятна. Вы считаете, что гармония у них была вот со Светланой Юриной. По-любому. С одной женщиной у него комфорта быть не может. По-любому, ваша честь. А я, ваша честь, считаю по-другому, что у меня будет комфорт и нормальная семья, когда я с ней разведусь и женюсь на Ксюше. И я тоже прошу выслушать мою позицию, да? Она вам расскажет, что мы нормально живем, что ничего общего вот с ними. Кто я она расскажет-то? Ксюша, пригласите ее тоже, чтобы она вам доказала, что я тут не один. Так. Ну так вам вот она Ксюша, а мне она вот Грищукова Ксения Андреевна, ну, правильно? Правильно. Ну вот и все, так же и ходатайствуйте. Грищукову хочу услышать. Хочу. Грищукову Ксению Андреевну приглашаем. Ксения Грищукова, пройдемте со мной.
Посмотри на друга. Мужиком не захотел стать нормальным. Ты ж душа компании был. Здравствуйте, Ксения Андреевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, у вас уже достаточно близкие отношения с Михаилом Ивановичем, да? Да, Ваша честь, мы собираемся пожениться. А, расскажите, пожалуйста, об этом суду. Дело в том, что, Ваша честь, я считаю, и Миша считает, что нам будет лучше вместе. Света за ним вообще не ухаживала. Что? Она даже не кормила его, Ваша честь. Что? Кто да то! Он был такой голодный, Ваша честь. Голодный. Я хожу к ней на маникюр. И вот как-то попросила прислать ко мне мастера по сборке мебели. Стеллаж там сложный пришел. Она и прислала мужа своего, Мишу. Ну, он провозил 3 часа, собрал, все, молодец. Я решила отблагодарить, там ужин поставил, первый, второй тортик. Ну, как полагается. Так он так стал есть, жадно, невозможно. Я такого никогда не видела. Я даже не удержалась, он все хвалит, хвалит. Ну, вкусно готовите, значит. Ну, все, истинная так, правда, так вот оно и я было. Я спросила, так неужели Света дома-то вообще не готовит? Что ну и прорвало его тут. Он сказал, что и не готовит, и за ним не ухаживает. Он все время в дырявых носках ходит. И вообще хозяйством не занимается. Он и уборка, и все на нем. И бедный мужик, ну, нет, мне правда жалко стало. Несчастный мужик, нормальный. И главное, вот такое отношение. Отношения. Да, именно такое и было. Да. Понятно, он, значит, вам в жилетку поплакался, а вы его пожалели и сказали, ну что ж, пусть тогда у меня, значит, живет, и пригласили его к себе, все правильно, да? Ну да, Ваша честь, я, конечно, сначала хотела просто подкормить, ну, в качестве благодарности, там, курочку запекла, картошечки нажарила, салатик там настрогала. А он прикормился. Паштетик, да, понравилось. Ну и закончилось у нас все дело в постели, хорошо нам было. Хорошо он стал было. Ко мне захаживать, ну, а я говорю, через 3 недели, зачем захаживать-то? Либо так, переезжай ко мне. И он, Ваша честь, с радостью согласился. Я сам обдуманно с радостью согласился. Ну, а потом я Мише сказала, не надо тебе работать. Я хорошо зарабатываю, зачем нам эти лишние 20 тысяч? А вот человек дома мне нужен. Мужчина с руками, чтоб помощник был. Вот, и прекрасно живем. Он мне дома помогает, я там на работе верчусь, приду вечером. А по дому у вас много работы мужской, да? Да, конечно, дом свой, Ваша честь. Дом содержать. А, целый дом, у вас отдельный дом, в смысле, не квартира, а дом. Нет, нет, Ваша честь, да. Постоянно что? Конечно, требуется. И поэтому я очень удовлетворена, мне все нравится. Мне хорошо с Мишей, у нас настоящая семья, Ваша честь. Чего? Какая еще семья? Ты вообще с ума сошла или так? Нашу семью еще можно спасти. Пожалуйста, пригласите подругу мою Нину Арефьеву. Она все расскажет вам, как на самом деле все было. Хорошо, ходатайство ответчика удовлетворено, и приглашается свидетель Арефьева. Слушай ты ее, 10 лет это... Ага, Нина Арефьева, пойдем со мной. 10 лет. Посмотрим. Нина Сергеевна, здравствуйте. Вы подруга Светланы Юрьевны, и вам что-то известно о продолжении Спасибо, взаимоотношений в этой семье, которая вот сейчас чуть было не распадается. Да, конечно, Ваша честь, мне много известно. Я до сих пор более чем уверена, что Мишка до сих пор любит Светку. Мы с Светкой работаем конечно. В одном салоне, я парикмахер, мы с ней давно дружим. Mm. Она же так переживала, в течение 2 месяца после их расставания, так горевала, так переживала. А потом смотрю, в один день она пришла в салон, такая радостная, аж прям светится, прям цветет и пахнет. Ну, я, естественно, спросила, оказалось, Мишка приходил к ней, соскучился он по ней, видать, по ней. И, ну, я-то ничего конечно. Как бы не сказала, но сама-то смекнула. Факт о том, что он ушел от нее и живет, а с другой бабой, ну ладно. Хорошо. Потом, месяц спустя, я пошла к ней в гости. Ну, я там с бутылочкой красного полусладкого, мы посидели, налили, попили, поговорили. Слышим звонок в дверь. Светка пошла открывать. Смотрим, а это Мишка пришел с коробкой конфет и с цветами. Ну, естественно, меня Светка стала выпроваживать. Я такая, ну, типа, иди, видишь, он ко мне пришел, соскучился. Ну, естественно, я женщина, я все понимаю, я пошла. Светка, тебе надо было с самого начала было его приступить, поставить ему ультиматум. Если он ушел к этой Ксении, пусть он у нее не остается, либо разрешается к тебе, либо ты, либо она. А то смотри, как пристроился. Там травки пощипал, там кровать помял. Это что такое? Пусть он же определяет. Света, офигела совсем. Ты почему условия сделки не выполняешь и продолжаешь отношения с Михаилом, а? Слышь ты, что цепилась моего мужика? Так-то, если что, он мой муж, что хочу, то и делаю. А про сделку забыла. Вот ты именно, мы договаривались с тобой на полгода, а ты что? Так, милые дамы, позвольте мне
поинтересоваться, о какой сделке сейчас идет речь? Ваша честь, дело в том, что Светлана уступила мне своего мужа. Да, Миша, а ты этого и не знал. На полгода за 200 тысяч рублей. Сделка была оговорена. Она не должна была продолжать с ним отношения, если бы он пришел к ней отказать с постелью. Она, как видите, продолжает. И тебя наколола, Миша, и меня. Это вообще нормально? Вот это расклад. Такие деньжища, а? Да, да. Ваша честь, я вообще об этом ни сном, ни духом. И представьте, такие деньжища, а я с них вообще от нее ни копейки не получил. Еще бы. Да с какой-то радости! Ты и так неплохо устроился, тебя мало, что ли? Ты живого человека! Мы вообще-то договаривались на полгода, он должен был ко мне вернуться. Возвращай мне моего мужа! Погоди. Что, что ты творишь? Это его решение! Он в суд пришел на развод подавать! Да, давай, это его решение, собственное решение! Он, слышала, хочет жить со мной. Ты его не устраиваешь, тебе здесь ничего не светит. Да? Поняла? А мы еще посмотрим. Светлана Юрьевна, ну как так получилось, что вы своего действительно мужа, что ли, кому-то в аренду отдали? Да. Да, да, ваша честь. Да, ваша честь, признаю. По глупости. Голову задурманила мне зависть. Приходит этот казак к нам, извините, в салон. Почему? Почему кому-то все, а другим ничего? Я, в принципе, достаточно хорошо выгляжу, не дура. И жадность. Почему она может себе позволить сапоги за 10 тысяч и сумку аж за 7 тысяч? А я что, вкалываю каждый день? А он что за мужик, что не может мне позволить? Естественно, я мечтала об этом. Пришла она в салон как-то. И говорит, мужика ей хочется. Ну, мол, типа, гонорар, лясим-трясим. Ну, ему финансов подкинет, я так подумала, и чё бы нет. Ну и послала к ней Мишу. Ну я что, ваша честь, я клянусь, я не думала, что я мужа потеряю. Я не собиралась его вообще продавать. Да, да. Не собиралась, а продала. Ксения Андреевна, ну как так получилось? Вы, в общем, человек бизнеса. Что вам, 200 тысяч в бизнесе вложить некуда? Вложили бы в свой торговый центр, а так, получается, вы отдаете жене за мужа деньги. Странное вложение-то. Ваша честь, нормальное вложение. Мне 45... Я вообще одинокая, у меня ни мужа, ни детей. Я даже вот в гости приглашают куда-нибудь друзья. Прихожу, все бабы на меня косятся, как бы не увела их мужиков. Да не нужны мне их мужики, свой нужен. Да где его взять, понимаете? Ну нет нормальных мужиков. А я с утра до ночи на работе, мне некогда по курортам разъезжать, кого-то искать. Я и предложила Свете, дескать, вот есть у нее возможность познакомить меня с нормальным мужиком. Заплачу хороший гонорар тому, кто познакомит. Ну, она и подсунула мне своего мужа. А я что, я отказываться, что ли, должна? Нет, я, конечно, поинтересовалась, как это так? Не жалко ей своего родного мужа-то отдавать? А она сказала, слышь, знаете ты... что, Миш, что ты ей надоел, и что ты никакой. Не было такого. И сказала, врёт, сказала, врёт. И что зарабатывать не можешь, она мне читает, что рассказывает. Я вам говорил, вообще, что у нас давно с ней вот эти конфликты. Она меня за человека не считала. А я присмотрелась, посчитала, что Миша мне во всем подходит. Нам с ним хорошо. Да. И как только он ко мне переехал жить, я 200 тысяч по договору перечислила Свете. Слышишь, ты, полгода что? Прошло, мужа моего возвращать. Руки убрала. У нас семья, между прочим. Да что ты говоришь? Милые дамы, вернитесь на место, пожалуйста. Ваша честь, Андреевна. Я осознала все. Ну, Миша, вернись! Вернись, у нас же дочь! Бессовестно ты, Миша. Ксения ты Андреевна, делаешь? Скажите, пожалуйста, а у вас действительно соглашение было всего на 6 месяцев? Ваша честь, соглашение было на 6 месяцев, но решение Миши... Ну, 6 месяцев-то прошло? Прошло. Ну, почему не вернули? А почему я должна возвращать? Это его Нет, решение. Надо сначала вернуть... расписаться, акт приемки передачи составить. После того, когда эта сторона убедится в том, что нету ни порчи, нет оборудования возвращено в рабочем состоянии, после этого только будет его самостоятельное решение. А так получилось, что вы удерживаете сейчас
предмет аренды? Ну, я не удерживаю, ваша честь. Он по собственному желанию. Я добровольно удерживаюсь. Я счастлив, Ксюша. Я вообще не понимаю, почему, Светка, ты в меня вцепилась, когда раньше говорила, что я никому не нужен. Если выкинуть, никто и на дороге бесплатно не подберет. Так она и говорила всегда. Как он же? Вот, теперь подобрали, все, поезд ушел. Слышала? Давай. Миша, со мной хорошо, тебе больше здесь ничего не светит. Да. Тогда я тебе запрещаю с дочерью видеться, ясно? Ох ты. Миш, ты хочешь видеться с дочкой? Ну да, конечно. Ну это конечно, как часто? Два раза в месяц, нормально, да? Ну нормально, мы недалеко, мы рядом живем практически. Света, теперь меня послушай. Он сейчас безработный, алиментов только вот именно благодаря кому? Тебе? Благодаря мне? Так я тебе дам 10 тысяч в месяц. Чего? Если ты мало. Не будешь запрещать ему видеться с дочкой. Мало этого. Сколько? Сколько тебе если надо? Больше. 20 и каждый месяц. Хорошо, по рукам. Получишь и больше не запрещаешь ему видеться с дочкой и от нас отстаешь. Не, ну это вообще обалдеть. Почему 20 за дочку? Ты что это? Меня за 200? Дочка 20? Ну вот такая жена. Нет, подождите, не за дочку 20. 20 за вас, чтобы вы с дочкой виделись. Да. Это опять за вас. Все за вас. А, нет, это я понял. Она уже взяла 200 и сейчас еще хочет каждый месяц 20 получать, чтобы я с дочкой. Это тоже такая моя дочь. Но куда ей столько? Ну, а что ты не работаешь? Это, ничего? Это в счет алиментов. Потому что родители обязаны содержать своих детей. А так как вы сейчас не работаете, а занимаетесь хозяйством, то получается, что кто-то вашего ребенка должен содержать. Поэтому ваша возлюбленная берет на себя эти обязательства. Беру. Миш, беру. Все хорошо. Светлана Юрьевна, при условии, что вам будут выплачиваться средства на содержание ребенка, вы согласны на развод? Да, ваша честь, согласна. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. 20 лишними не будут. Попрошу тишину, прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск супруга о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Иск супруги о взыскании алиментов удовлетворить. Взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка на содержание несовершеннолетней дочери алименты в размере 1/4 заработка и иного дохода ответчика ежемесячно до совершеннолетия дочери. Такое решение было принято, потому что неизвестно, как сложится ваша дальнейшая жизнь. Возможно, вам придется устроиться на работу. И в этом случае, чтобы уже у вашей супруги, и у бывшей уже супруги, и у ребенка были гарантированные средства. Вам понятно такое решение? Если же вы в добровольном порядке будете помогать ребенку, то... Пожалуйста. Не, ну, дочь, конечно, мы же не бросим. Вон, Ксюша сказала. Решение суда вам понятно? Ответчик, решение суда понятно? Судебное заседание объявляется закрытым. Спасибо. Прошу всех встать.